законе и подписаться под ними и внести их в Верховную Раду. Нас обманывают, как всегда. Я не радую, вони намагаються чим швидше, щоб вони внесли на розгляд. Я сейчас вместе пойду, я тоже сейчас зайду туда. Только за наши деньги можно ее восстановить. Но я знаю, почему только мы можем поднять пояса. Потому что на тех толстобузых ремней нет. Они с подтяжками ходят. Поэтому их до сих пор и не заставляют их подтянуть. Но мы никогда этого не позволим. И очень хорошо, что наконец-то мы с вами проснулись. Мы не надеемся ни на кого, что кто-то за нас это сделает. Да, они на сегодня испугались. Они уже сегодня отказываются от того, что они пенсии заберут и так далее. Но мне хотелось бы хотя бы одного депутата или министра посадить на зарплату 1300 гривен на пенсию ветерана, ветерана труда, который в войну с 10 лет работал, за 20 лет восстановил страну, дал им образование на эту пенсию, из которой от 800 до 1000 гривен надо заплатить за квартиру, газ и электричество. Не дадим мы это сделать никогда им. И так держать дальше. Мы будем и дальше выступать и не позволим этого сделать. Я хочу обратиться к ним и сказать, еще живы ветераны, мы здесь. Мы прошли Афганистан, моложе ветеранов, но наши ветераны живы. И сейчас ветеранов войны и ветеранов труда в Киевской организации ветеранов более 400 тысяч. Ага, я понял. Добре, то я тоді спущусь. Постанова 662 – это постановление Кабинета министров. Подан законопроект об его отмене на сегодняшний день. Це стратегічне рішення. Режим Януковича скоїв багато злочинів проти української держави, українського народу. А святування... Ганьба! Ганьба!